The widow of the late Russian opposition leader Navalny, Yulia, has released a video on Monday where she claimed that she knows why exactly her husband was killed by Putin 3 days ago. We will tell you about it soon, adding that we will name the names and show the faces. While she says that she continues to work, as did Navalny, and she will continue to fight for the country. Подло и трусливо. Они сейчас прячут его тело, не показывают его матери, не отдают. И жалко врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского новичка. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной.